прислушайся. Услышишь вновь, во мне звучит порою за равнодушием любовь, как скрипка за стеной. Кажется, моя мать — счастливый человек. Все она делает с удовольствием. Варит варенье, продает семечки, ругает отца. Мы бедные, но честные. И книга, которую я читаю, пойдет на бумажные кульки. Кому-то повезет. Съест семечки и прочтет Пушкина. Стихи. И откуда они берутся? Из этого солнца, из этого варенья. Что в том толку, если ты живешь на улице, где все обо всех знают, и ты должен жить, как все. Так решено, так всегда было, так будет. Ну, а если нет, так это все равно, как если бы скрипач Мотька вылез играть на крышу, чтобы его было видно отовсюду. Еще слова. Они бродят во мне после каждого прожитого дня, каждой прочитанной книги. Чего же ты хочешь. Там, где небо встретилось с землей, горизонт родился молодой. Я бегу, желанием гоним, горизонт отходит, я за ним. Я в погоне этой не устану, мне здоровья своего не жаль. Будь я проклят, если не достану эту убегающую даль. Мне мать на дорогу яиц принесла, кусок пирога и масло осьмушку. Чтоб легкой, как пух, мне дорога была, она притащила большую подушку. Мы молча уселись, дрожа с непривычки,
готовясь к дороге, дороги не зная. И мать моя долго бежала за бричкой. Она задыхалась, меня догоняя. Забудем родителей, нежность забудем. Опять над полками всплывает атака. Веселые ядра бегут из орудий. Высокий прожектор выходит из мрака. Советские пули дождутся полета. Товарищ начальник, откройте ворота. Туда, где бригада поставит пикеты. Пустите поэта и песню поэта. Распоряжение. Выдать две, прописью две, рубашки и одну, прописью одну, пару ботинок реввпоэту Михаилу Светлову. Основание стихи последнего номера. Мне 17 лет. Я заводделом печати комсомольского журнала. Большой человек. Я и мои друзья, Миша Голодный, Саша Ясный, почти что живем в редакции. Мы любили поэзию, любили красное знамя, под которым погибло так много наших товарищей. И лучше бы погасло солнце, чем померкло наше знамя. Кто знает, что принесет человеку дорога? Первый сборник стихов? Харьков, потом Москва. И грохочущий ритм пятилеток в твоих статьях. А рядом шли жаркие литературные бои. С кем ты, поэт? Этот вопрос бросали тебе в лицо. Оживление на фронте поэзии. Поэт Сильвинский, конструктивист и левый попутчик. Поэт Асеев, один из вождей Леха. Формальный прием и социальное задание. Поэт Уткин, вчера революционный романтик, сегодня гитарный перебор. Еще молодой Луговской. Рад веселиться. А за кого был я? Я был за Маяковского. Сквозь лес, простирая придушенный крик, присядку минуя равнин, проносится ветер смешной, как старик, танцующий на имени. Он треплет листву, он скатился во враг, траву разрывая на части. Он землю копает, он ищет дура свое идиотское счастье. Он землю копает, он ищет дурак свое идиотское счастье. Не пафос работы, не риск грабежа, а скучное нудное дело. Проклятая должность свистеть и бежать, порядком ему надоело. Он хочет сквозь ночь пронести торжество не робким и неблагочинным. Он ропщит, и я понимаю его по многим потайным причинам. Он ропщит, и я понимаю его по многим потайным причинам.
нынешней ночью не спал до рассвета. Я слышал, проснулись военные ветры. Я слышал, с рассветом девятая рота стучала, стучала, стучала в ворота. Знакомая туча, как вы живете? Кому вы намерены нынче грозить? Сегодня на мой пиджачок из шильота упали две капли военной грозы. В Москве мне дали броню. Мне стало противно. И я уехал на фронт. Обещаю, что плохого вы обо мне не услышите. Это была вторая война на моем веку. Не лихие кавалерийские атаки. Каторжный солдатский труд, грязь, болото, вся тяжесть войны ложится и на плечи поэта. И поэт должен быть неотличим в солдатском строю, пока не зазвучит его песня. Все ювелирные магазины, они твои. Все дни рождения, все именины, они твои. Все устремления молодежи, они твои. И смех, и радость, и песни тоже они твои. Весь этот город, все эти здания, они твои. Вся горечь жизни и все страдания, они мои. Уже светает, уже порхает стрижей семья, не засыпает, не отдыхает любовь моя. Наши любимые не стареют. Эти стихи будут написаны через 20 лет. Наши любимые не стареют. Старимся мы, и только в старости понимаем, с чем столкнулись в юности. Для таких вот мальчиков и девочек из Литинститута я, пожалуй, уже гожусь в учителя. Научить поэзии — это научить говорить собственным голосом. А если голоса нет? Человек, не наделенный талантом, в случае неудачи займется чем-нибудь другим. У талантливого нет выбора. Я убежден, поэту ни к чему лавры, пустая шумиха. Но если поэт думает только о том, чтобы идти в ногу с временем, он больше ни о чем думать не может. Поэт должен просыпаться, работать, жить вместе со своим народом. Просто он частица своего народа. Кто знает, как приходит к человеку слово, как оно уходит? А что если так? Годы молчания, страницы пустых строк и стихов, и ты мечешься, кружишь по пустынной многолюдной Москве,
подслушать слово у ветра, у воды. И ни друзья, ни остроты тебя не спасают. Никогда не хвалите при мне моих старых стихов. А если времена меняются, а ты не хочешь, не можешь меняться вместе с ними, если ты все тот же мальчик, и по ночам до сих пор тебе снится революция. Я могу жить без гор, без лесов, но без людей я не могу. Что же такое художник? Когда тебя выбирает время, ни один компромисс не проходит бесследно. Каждый твой стих — это поступок. Это часть твоей биографии. И всей своей жизнью, всеми своими кровеносными сосудами ты должен быть всегда со всем человечеством. Мы мчались, мечтая постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя. Эскадрон! Для сопровождения бойца Михаила Светлова! Шагом! Харс! Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя.